Ну что там у нас, док? Как наше золотое яичко? Сэр, вы совершенно правы, она уникальна. Мы подвергли ее ряду испытаний. Ее нервная ткань как-то усиливается изотопом в ее ожерелье. Оно подпитывает ее. После подготовки девушка станет сильнее и быстрее любого мужчины. Но без ожерелья она слабеет. Она само совершенство. Я знал, что агентство просто так гоняться за ней не будет. Джекпот! Ха-ха! Лени, похитили! Что? Какого хрена? Какой хренов урод ко мне нахрен лезет? Это что, шутка? Звони Джейн, пусть позаботится о выкупе! И шерифу звякни, я хочу вернуть своего пацана! За что я ему деньги плачу извращенцу гребаному? Мисс Купер. Приемная, шериф. Чем я могу помочь? Это тебя. Говорит Скёрки. Что? Ай, Лена. Чего? Нет. Черт побери. Ладно, я иду. Ждите. Где девушка? Папа меня убьет, если я скажу! А я убью, если не скажешь. О, пожалуйста! Мы собирались ее вернуть! Мы просто хотели срубить поплачу! Последний раз. Где Виктория? Я слушаю. Папа сказал оставить ее Санчеса. Где мне его найти? На заводе. Прямо за городом. Спроси, кого хочешь, тебе покажут. Там бои проводят по ночам. Ясно? Ладно, хватит копать. Я могу вылезти из этой дыры? Иди вперед. Пожалуйста. Монашка была случайностью. Честно. Просто уезжай. Не надо. Я сделал все, что ты хотел.
Ленни выдал место, где держат Викторию. Пора разделаться с ним раз и навсегда. Хотя бить лежачего мало чести. Так или иначе, настало время решать его судьбу. Часики тикают.